этой осенью это наш второй выход с волонтерами клуба «Гнездщик» на посадку деревьев на площадках, где были раньше несанкционированные мусоросвалки. Мы планомерно работаем над ликвидацией этих мусоросвалок. Нам помогают в этом жители села, помогает Примария. И ребята с воодушевлением, энтузиазмом работают на этих участках по их благоустройству. Облагораживаем, сажаем деревья, какие есть. Соседи помогают, дают саженцы, которые у них дома есть, орудия труда. И вот сегодня на восточной окраине села большая площадка. Мы только начинаем, разворачиваем работу здесь. Вот. И думаем, что даже этой осенью мы успеем полностью обсадить этот участок. И очень надеемся, что в скором будущем этот участок зазеленеет, и село будет краше, будет радовать глаз. И проходя мимо, люди спасибо скажут тем, кто занимался этой работой. А волонтеры с большим удовольствием работают и будут продолжать эту работу в селе. Спасибо. Мы, молодежь села, гордимся тем, что живем в таком прекрасном благоустроенном селе. Но для того, чтобы оно стало еще краше, мы должны все вместе объединиться и вести активную работу по ее благоустройству. Мы, волонтеры клуба «Гнездщик», на сегодняшний день насчитали около 20 незаконных мусоросвалок. Именно на этом участке совсем недавно тоже была свалка, но на данный момент она запрещена. Мы ее благоустроили и надеемся, что в будущем здесь будет красивая местность, и мы будем приходить сюда и вспоминать, как мы здесь работали. Мы надеемся, что наши жители и жители нашего села нас поддержат, и в 2017 году нам удастся ликвидировать все мусоросвалки и благоустроить их, и тогда наше село станет красивее. От имени Примарии мы благодарим всех этих волонтеров, участников, дирекции школы, то, что оказали нам такую благотворительную помощь, и мы хотим благоустроить наше село. Мы хотим жить в чистом селе. Мы уже четвертую свалку как бы ликвидируем, и за нами будет чистота.